Я думаю, что все время сравнивать, да, у нас есть поклонники, там, монархисты, так называемые, которые есть, там, коммунисты, да, которые идеализируют, каждый из них идеализирует свои там, любимые эпохи. Поэтому я хочу сказать, что если бы при царизме все было так замечательно, то не было бы революции. Если бы при Советском Союзе так все было прекрасно, как все нам, как и мы все вспоминаем, да, и нам говорят, то Советский Союз не развалился бы. Поэтому для того, чтобы ничего подобного не случалось в современной России, мне кажется, что то есть само понятие идеологии, оно как бы так размылось. Потому что не разваливаются те страны, у которых, собственно, нет никакой идеологии. Есть одна идеология – это свобода и демократия. Поэтому я бы хотел, чтобы в нашей стране на эти очень важные вещи, которые не действуют на людей возбуждающе, обращали больше внимания и не запрещали все это.